дорогой, выходные, пойдем по магазинам. Я с удовольствием, но где же мы оставим сына? Купил машину, а толку? Ведь для сынули нет места. Я ж говорила, надо было брать детское кресло. 20 тысяч за кресло, слушай, не слишком круто? А мы, по-твоему, что, везем только пакет продуктов? Как на свои железки, так тратишь миллионы. Ну что теперь, в час пик с коляской лезть в метро нам? Ну ладно, уговорила, решим проблему мгновенно. Пока ты собираешься, его доставит курьер нам на сайте Bon Baby. Доставка на весь земной шар, мы уже с сыном в машине, а тебя долго ждать?